Я Руслан Брагар, мне 48 лет, родился я в Киеве, сейчас проживаю в Москве. Я заслуженный артист Украины. Я хочу, чтобы традиция исполнения классических певцов, она продолжалась. Своим выступлением я хочу показать аудитории, что есть хорошие песни того периода, которые нельзя забывать. И я хотел бы, чтобы как можно больше экспертов поддержали меня, встали, и мы вместе бы спели эту песню. Потому что песня, ну нельзя усидеть, она хорошая песня. Я Руслан Брагар, и я хочу посвятить песню нашим любимым и дорогим женщинам. И мужчин я прошу поддержать меня. Я даже боюсь представить, что будет сейчас за песня. Если он запоет джаз, это будет слишком предсказуемо. Итак, он начинает. Что же это будет? Что же это будет? А у нас во дворе есть девчонка одна. Среди шумных подруг неприметна она. Никому из ребят неприметна она. Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет. А я все гляжу, глаз не отвожу. Есть дружок у меня, я с ним с детства знаком. С лучшим дружком, но ему там мочу, даже с лучшим дружком. Я гляжу не вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Не боюсь я, ребят, ни ночи, ни дня, ни крупных кулаков, ни воды, ни огня. А ты ей словно вдруг поменяю меня. Я гляжу не вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. Вот опять вечерком я стою у ворот, она мила и заботно сумка идет. Я стою и молчу, и обида берет. Я гляжу не вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. А я все гляжу, глаз не отвожу. Ча-ча-ча! Спасибо! Руслан Брагар посвящал песню девушкам, женщинам. 45 баллов! Все-таки это очень-очень хороший результат. Я оказался в ряду скептиков. Да. Екатерина, что вам, как оперной певице, не хватило в этом роскошном нашем богатыре Руслане? Сразу стало понятно, что здесь академический вокал и профессиональная оперная постановка голоса. Что, на мой взгляд, не совсем требовалось в этой песне. У вас было чересчур серьезное восприятие этой песни. И хотелось бы, конечно, вас, может быть, услышать в другом репертуаре. На самом деле, сколько людей, столько и мнений. Поэтому, ну, тут спасибо.